нас никто не борется с браконьерством, у нас сети это норма. А что у вас нельзя? То есть, это не рецидив браконьерства. Это браконьерство, доведенное до генного уровня столетиями нищеты людей, многие из которых, живя у пруда, у реки, браконьерство в лесу и на море, и в реке, рассматривали как данность для спасения семей по пропитанию. Отряд старшего тем временем готовился накормить. Коптили, варили, жарили, а главное, боялись, что на всех не хватит. А еще карасиков нету? Смотрите, нету. Ведь Куркуль точно припрятал. В рыбалке наступило то самое время, когда спешить не хочется, а разговор принимает философский оттенок. А тут, понимаете, чем мне еще охота нравится? Ты там чувствуешь себя той песчинкой. Королева сюда. Приезжай, королева. По 300. О, красавчик. Угу. Опа. Вот ничего себе! О, тебе сорвется, Жень. Пацак, постараемся достать. Ого! Вот это да. Вот это я понимаю. Ого! Ну это грамм 950. Так,